право моего известия ополченцу. Значит, ну, значит, что? Вы себя немножко, значит. Вот я сказал, что я отличился, значит, да? Ну, я вырос в такой семье, очень хорошей семье. Мои родители были интеллигенты, врачи, мама была терапевтом, папа хирургом был, значит, и вот детство мое было прекрасным военным. Когда началась война, мне было 12 лет. С тех пор, значит, я начал свою трудовую деятельность, как бы, как мужчина, начал трудовую деятельность, потому что, значит, война, отец ушел, значит, мобилизован был, приехал на север из Санкт-Петербурга, брат, который был старше меня на 7 лет, он в ополчение ушел. И поэтому мы остались с мамой, вот, вдвоем, мы пережили все это блокаду. Весь этот ужас, этот геноцид блокадный, мы пережили вдвоем. И вот, значит, видите, мы выжили военные. Вот. Эта выставка называется «Чтобы жизнь продолжалась». Она продолжается сейчас, потому что мы сейчас находимся вместе с вами в этом зале таком прекрасном. Вы слушаете меня, человека пожившего, значит, много передавшего и много сделавшего, значит, и как человека, как творца. Вот. И, значит, вот это